25 протоколов складено у Могилеве с початку года за выгул собак на придомовых территориях. Проблема актуальная. У областном центре зарегистрировано амаль 2800 собак. Однако не все господары сумленно идут на официальную пляцовку, яких, до речи, у Могилеве 25. Як коммунальные службы мониторят собачников и кольки каштует выгул не у тим месцы, материал Кристины Каранкевич. Согласись, если была оборудована площадка, люди бы знали, куда им идти. Так люди гуляют просто с собаками, ну, где ни попадя, в принципе. Да, куда дошли? Дальние дома, они не успевают просто сюда дойти. Значит, должна быть площадка в начале района и на той стороне района. Но его нет. Вообще по району выгула собак официального нет. Бумажки есть официально, но площадки как таковой нет. Гэтую пляцовку на ускраине мікрараёна 30 год перамоги ў Магілёве некалі вызначылі як афіцыйнае месца выгулу сабак. Аднак мясцовыя жыхары занепакоены, што знаходзіцца яна далёка. Сюды мала хто даходзіць, ды і добра ўпарадкавання не хапае. Бабушки, они вообще дойти не могут, потому что, допустим, им надо где-то присесть. А где там присесть? Даже на том же пустыре. Они садятся на детской площадке, им тоже наплевать, мне тоже не устраивает. Я люблю собак, я люблю кошек. Но простите, когда мой ребенок падает какашками, в одежде, руками в эти какашки. Жыхары просят зарабить пляцовку для выгула зручной и доступной. ЖЭУ вызначает новую пляцовку. 24А. Там очень большое поле такое. Мы на этой неделе обязательно повесим табличку для выгула собак. Регистрация собак у нас происходит уже, есть ответственный мастер. И когда мы собак регистрируем, мы указываем, где можно выгуливать собак. У нас две это места, 24А вот здесь поле и там на 15А два места выгула для собак. У четвертом ЖЭУ Могилева для собак организовали мобильную пляцовку неподалеку от домов. Она обошлась у 2 миллиона рублей. Можно очень быстренько выгулить собаку, чтобы она сделала все свои дела на специальной отведенной для этого площадке. Жильцы очень добросовестно относятся, с пакетиками. Значит, не допускают то, чтобы здесь детки вдруг забегут. Это же дети. Значит, убирают все с пакетами, порядок. У Кастрычницким районе зарегистрировано больше за 1200 собак. Официальные пляцовки так само есть. Але с початку года тут складено 8 протоколов за выгул на придомовой территории. Есть свидетели, выходит мастер, составляет протокол на владельца животного, и он платит со своего кармана. Вот так вот. Да, достаточно, хватает. Бывает. Ну, мы, естественно, у нас ведем профилактические беседы с владельцами животных, чтобы не допускать такого впредь. Алгоритм простый. Спочатку господару выдается попярэджанне. При повторной заўвагі штраф от 1 до 15 базовых величинь. Гулять собакам на пляцоўцы ля дома не танна. Кристина Каранкевич, Юрий Ауласцов, Віталь Вопсіў. Навін регіон.